Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами я, Владимир, мы играем в Uncharted Среди Воров, и глава называется Холодное Сердце. Шли мы, забрались непонятно каким образом, короче, еле-еле, так сказать, по уступам, по всяким, и Тензин нас привел... Можно сказать, какой-то город или что это такое. Мы сейчас все это изучим, посмотрим. Не понимаю я по-тибетски, что ты там говоришь. Давай. Наверняка нам нужна именно эта статуя. Там статуя какая-то, да? Давай будем изучать, что от нас здесь требуется. И куда мы сможем прыгнуть. Вот типа такой статуи, там только большая стоит. Ой-ой-ой, подожди. Вот видишь, да, мы сразу нашли уже разгадку. За мной теперь открылось тут. Это легко сказать. Опа. Так, я встал, ты цепляйся. А теперь я куда пойду? Так, ну ладно, пусть он хотя бы заберется, я буду стоять пока. Сейчас он заберется, что-то сделает там. Потому что мне кажется, как только я отойду, все вернется в свои начала, так сказать. И он не сможет забраться. Но он забрался уже, все. Все, ждешь меня? Вот смотри, я отхожу. Ага. А как мне теперь-то пройти? Так, ладно, ну вот давай здесь посмотрим. Я наверное, лезу тут наверх. Все правильно. Только как мне теперь здесь... А, вот они сами, что ли? Ну, давай. Только надо быстро, наверное. Сейчас опять все это... Ну, давай, быстрей. Поползли. А то как это все... А, это все сложилось. Все, и я улетел вниз. Ну, надо быстрее просто делать, да? Давай, пробуй. Ну, раз, два, давай, побыстрее ползи, просто побыстрее, главное, ползи, не тупи, быстрее ползи. Ну, все, хорошо получилось, только теперь идем дальше. Оп. Так, а теперь вниз. Давай смотреть, что здесь, куда мы, получается, приземлились. Так, где наш чувак? Вон он стоит. А мы идем. В общем, хорошо, но мы, получается, по разные стороны с ним оказались. Он идет, и я иду. Мы примерно одинаково идем. Что это? Что это показывает? Зачем? Вон проход, походу, туда надо. А как? Ага. Вот сюда надо, наверное, запрыгнуть по этим штукам. Будем пробовать. Но как туда мне... А-а-а, куда я? Куда я полетел? Не туда. Одно малейшее движение, и все, и летишь вниз сразу. И что, отсюда опять начал? Плохо. Поэтому надо аккуратнее нажимать, чтобы не улетать никуда. Давай быстрей ползи. Ну ладно, здесь я уже научился. Здесь мы можем быстро выиграть. Так сказать... Ай-яй-яй-яй-яй, давай. Ну, да куда? Еще одна попытка. Как хорошо, что в игре много попыток. В настоящей жизни бы так не было. Оп. Давай еще.
Еще ползи, быстрее ползи, потому что все это быстро складывается. Ну переползай, ну куда ты? Че за затуп-то, я не пойму. Ну, давай, налево, налево. В тот раз как-то проще получилось все, че за фигня? Оп. Вроде правильно все нажимал. Давай, ползи влево, уползай, все. Вот и все. Тут делов-то в принципе. Сползай вниз и дальше будем искать. Куда нам идти? Пониже бы вот эту штуку, как бы ее бы опустить, а? Может куда-то стрельнуть или что надо? Потому что высоко я за нее не могу так зацепиться. Похоже, там внизу есть рычаг. Вот и все, вот и вся история, понимаешь что? Всего лишь надо было вниз посмотреть, что тут есть рычаг. Все, тогда все проще решается. Тяни эту штуку. Давай тоже тяни. Вот поэтому хорошо, что мы по разные стороны оказались, мы друг другу помогаем. Все, и у меня теперь начали эти штуки опускаться. А, вот и лесенка, я что-то даже ее не заметил так вот сходу. Вот и все, прыгаем. И перебираемся наверх. Нам надо выше, потому что вот так. А теперь давай цепляйся. Прыгаем. Все четко. А вот здесь уже опаснее. Здесь эти деревяхи могут сбить. Так, надо в ту сторону, наверное, ехать. Стоп. Как-то не так пошло. Давай опустимся на этаж ниже. Вот все, сейчас будет нормально. А, не, подожди, не падай, главное не падай. Все будет хорошо. Оп, да. Все четенько. Так, не, пониже давай опускайся. Ну не так низко, че ты. Вот. И в обратную сторону быстрее будет это все сделать. Нет, не. Значит, сидим тут. Все получится. Давай. Ай, подожди, не так. Да, блин, вернись сюда. Пока мы тут ползали, ну, все упало вниз уже. Вернее, я упал вниз. Так, ждем тогда. Сейчас переедем на ту сторону. О! А что, если меня цепляет все сразу, да? Вот даже не успел цепануться. Все понял, значит, аккуратно надо. Давай тоже рычаг включай, я тоже начинаю прыгать. Все. Первая это вообще самая простая. Здесь просто до самого верха допрыгиваешь. Никаких деревьях тут нету, все. Все, вот здесь на этой катишься и потом сразу перепрыгиваешь. Оп, все четко. Теперь тут уже посложнее начинается, да, но... Ну и то тоже можно это все дело аккуратно пройти. Вот так, раз. Теперь тут. Теперь тут крутимся вокруг. Нет, зачем? Я вверх не нажимал, он прыгнул, я деревяху прям. Так, ладно, еще одна попытка. Ну, здесь просто приноровиться надо. Здесь по прыжкам, по этим. И потом в определенный момент надо с третьей штуки с круглой с этой спрыгнуть.
Так-то, казалось бы, ничего сложного вроде. Прыгай, да прыгай себе. Прыгай, да прыгай. Так, все, мы на третьей этой оказались. Во, вот здесь есть шанс сейчас. Сейчас быстро, быстро, быстро. И давай, оттягивайся туда. Все, молодец, вообще красавчик, наконец-то. Че там наш друган перепрыгнул, нет? Слушай, он тоже как раз в этот же момент перелез. Дальше куда? По идее, вот снегом припорошено, не знаю, туда можно запрыгнуть, нет? Если я сейчас упаду, что я откуда опять начну? Давай пробовать. Оп! Да, все хорошо. Все получилось. Ну, теперь все, главное, надо ползти. Аккуратно. Куча всяких механизмов, что-то все работает кругом. Куда дальше? Дальше-то куда? Падать, что ли, куда? Нет? Нет, падать не буду. А, ну все, вот ползем. Хорошо. А тут как? За что зацепиться-то? А, заверх. Все, тогда поползли. Вот. Там у него такая же, наверное, шестерня. Он также сейчас переберется. А вот тут мне уже не нравится. Это надо, похоже, прыгать вон туда. Вот сюда. Да? Зацепиться за вот этот барабан. Ну, погнали, чё ж. Вау! А, да, тут вон палочка, оказывается, перекладина. Давай. Все, вроде нормуль получается. Ползем. Ползем аккуратно, чтобы нас не раздавило. А здесь надо вовремя перепрыгнуть. Ну, давай. Оп! Вот так бывает, да? Не вовремя перепрыгнул, и все. Значит, надо заранее разбежаться. Нет, 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 подожди. А лучше подальше вот здесь, чтобы была возможность, да, вот побольше, пошире, так сказать, проем. Раз, два, три, погнали. Оп, получилось. Получилось. Где наш чувак-то? Так, здесь за камушки. Дальше куда? Погоди, пока не могу сообразить. Вниз можно, вниз. Вон, вниз идем. Так, здесь что интересного? Можно вот туда запрыгнуть. На этот барабан. А он нам нужен вообще туда прыгать? А, вон на веревку потом. Да, Тензин выбрал простой путь. Он уже быстрее нас там оказался. И куда мы потом спрыгнем? А, потом спустимся вниз. Потом спустимся вниз. И дальше фиг знает его куда. Ну-ка, подожди-ка. Не, наверное, вот сюда. Давай за перекладину. Прыг. И здесь. А, еще и здесь колесо поехало. Давай за веревку. Отлично. Так, надо только раскачаться как-то аккуратно. Оп. Давай, давай, давай. Ну вот так было запланировано по-любому. Сейчас, чтобы меня не размазало здесь, надо спрыгнуть. Оп. Все хорошо, давай дальше. Осмотримся и решим, куда идти. Наверное, сюда. Наверное, сюда. Так, а за что здесь можно зацепиться и куда нас это приведет? А, вот сюда. Сюда надо нам? А, все понял. Все понял. Вот сюда надо. Вот так надо зацепиться.
и переползти. Все четко. И где мы оказались в итоге? А, ну можно на этот барабан еще сесть. Стой, куда ты? Куда ты? Ладно, вроде далеко не улетели. Все, можно прыгнуть здесь. Вот запутано как, а? Рычаг, ребята, рычаг нам. Ну, наконец-то. Блин, он такой быстрый, я не знаю, как он так быстро сюда пришел. Это мост. Тяни рычаг с той стороны. Вообще, что только тут не напридумывают, а? Обвалилось, прикинь. Да все старое настолько. Меня чуть не раздавило. Ну здорово, и как мне теперь перебраться? Как теперь перебраться-то? Вон... Ну можно вниз, там лестница какая-то идет. Ну и что там внизу? Надо туда как-то перебраться. Ну, мы не ищем легких. Вот я про что и говорю, что легких путей мы не ищем ни капельки. Цепочка, ты хотя бы за цепочку надо было цепануться. Чё ты мимо нее пролетел? Легких путей мы не ищем. Не ищем совсем никогда. Так, давай дальше. Стоп. К стене прижмись просто и вот так вот аккуратненько прыгни. Вот так, давай, все получится. Делов-то тут легкая головоломка на самом деле. Все проходишь и вот так вниз падаешь, тут ползешь. Давай наверх. Стоп. Стоп. Цепляйся. Цепляйся, прыгай и перелезай. Во. Видел как, да? Нормально. Все, нашли выход. По трубе. Потом надо, наверное, что? Ну, надо развернуться, наверное. Хотя туда мне вот зачем на этот? А я больше никуда не допрыгну. Оп! И куда? Что мне это дало? А, нет, сюда не надо. Хотя, знаешь что, может быть... Вот тут разбежаться стоит. По этой маленькой палочке и туда прыгнуть. А, нет, значит... Значит, туда просто раскачаться надо. Оп! Да, теперь... А теперь вопрос, когда выходить? Когда и выходить, и куда я еду? Но он уже спуститься нам надо, значит... Все, так не пойдет. Я здесь просто замерз, да? Тогда нам надо куда-то попасть еще выше, наверное, наоборот. Так, едем наверх. Не, вернись сюда, вернись. Во, вот так. Да не так. Перебрался, вот. Что там наверху? Вот туда надо, на тот уступ. О, здесь высоко, смотри как. Сейчас все сделаем, давай. Вот так. И потом прыгай. Вот, хорошо, нормально пошло. А теперь... А, ну вон веревка, все нормально, все понял. Все понял, что тут непонятного? Конечно, на веревку, потом сюда, потом вниз. Потом вниз. Потом переползай сюда. Спускаемся. Предлагаю просто спрыгнуть отсюда. Невысоко, в принципе, так, нормально. Дальше что? В воду нельзя, в воде сразу умирает. Так. А, ну вот, сюда, да, можно зацепиться. И поехали наверх. Ну, прикольно придумали, да, мне нравится. А здесь надо переползти. Ну, переползает, куда ты?
Вот. Что от тебя требуется-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Не-не-не-не-не. Стоп. Здесь надо на... Налево надо здесь. Вот. Ползи быстрей. Быстрее. А. Не пойдет так. Вот. Теперь залезай. Нормально. Дрейк хорошо справляется. Дальше куда? Дальше сюда. Ну, нелегкий путь для него, конечно, придумали. Ну, а что делать? Легких путей мы не ищем, как он и сказал. Порядок. И что дальше? Вот он. Эй, Дензин! Ну, самое интересное начинается. Прыгать опять. Дензин вообще научился. Смотри, оно все исчезает. Вниз и обратно уходит. Опять надо будет быстро прыгать. Понял, вот сюда хотят. Сюда хотят, чтобы я начал прыгать. Надо быстро, да? Оп. Оп. Я, конечно, постараюсь. Быстро. Что-то задвигалось. Это плохо. А-а-а, прикинь, вообще. На волоске от смерти. Хорошо быть ловким, конечно, хорошо. Давай я тоже сюда встану. Вот это загадку придумали. Да прикинь, сколько механизмов надо запустить, чтобы это все заработало. Статуи в руках, что-то там, смотри, сердце, да? Это и есть холодное сердце? Сейчас узнаем. Главное, чтобы это все вниз обратно не ушло. Ну-ка, ну-ка. Я бегу, давай. Все хорошо. Куда? Давай, Тензин, веди меня. Ты же грамотный парень. А, вон. Вон оно, холодное сердце. Этот камень-то мы, в принципе-то, искали. Значит, он уже был здесь. Он все знает, а я-то не знал, что тут надо делать-то. Поэтому мы лазили тут. Надеюсь, тут есть другой выход. Джейк, хорошо. Это они. Экспедиция Шефера. Камень Чинтамани. Опять смола. Это которая смола, в тот раз мы ее поджигали, да? О, вот это да. Ну, кто-то тут с ними разобрался просто жестко и все. Их всех застрелили. Это да. Ты Горира? Это Ирминсуль, древо жизни. Ананерба. Господи, они из СС. Нагоцемазу. Нацисты. Наци? Нагонзакагме. Кем же станет тот? Тензин, Шефер убил их. А? Шефер убил их. Море, море. А Шеферу да. Зачем это? У него не было выбора. Все. Черт. Что там еще опять убираться какая-то отсюда. Тварь прибежала? Быстро. Ё-моё. Ну ладно, хоть автомат дали. Причем патронов-то куча. Эй, там есть рычаг. Где?
Где рычаг? Давай нажмем. А, вот он. Вот так. Зараза. Опять этот. А, их уже двое, ничего себе. Там с одним-то мы еле совладали, и то он только тупо сбежал. Я не знаю, что с ними делать-то теперь. Берегись. Да хорош, а. Ну, патронов много дают. Я не знаю, их можно убить, нет? А где второй? Нифига себе, ты чё, дурной что ли? Сейчас он еще кинет один. Тензина он придавил там. Тензин, ты живой? Давай аккуратно, смотри, он что творит. Сейчас еще что-нибудь оторвет где-нибудь, швырнет. А, иди нафиг. Стой, 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 мне надо свалить. Больно, больно. Куда он смылся, ну-ка? Я что-то даже не обратил внимания. А, вон он. Живучий какой ты, посмотри, а. Тензин, подожди, давай, подвинься чуть-чуть, я тоже тебе помогу. Нет, 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 сюда не надо, ты чё прибежал к нам? Еще второй где-то лазит. А что там на платформе? Побежали туда, давай. Так, надо только сверху прыгнуть. Ой, он на меня бежит. Я постараюсь, конечно, обойти его. Он меня свалил. Нормально, я хоть пострелять его смогу. Сюда что-то надо. А, вот патроны дают. Да иди нафиг, ты чё? Он меня сейчас прибить может. Все, 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 я ухожу. Тихо, 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 братва. Вы что кипишуете так? Все, я на платформу побежал. Мне надо туда запрыгнуть. О, он за мной, нифига себе. Отойди. Все, я прыгаю. Вот зверюга-то, а. Рычаг. Все, поехали. Все, 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 мы молодцы. Мы молодцы. Почти. Капец, так нельзя. Ну-ка, ну-ка. Давай, 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 стреляй. Стреляй его. Сейчас прикончим. Давай. Ай, чуть-чуть. Ну. Да как так-то, а? Все, он улетел. Повезло, повезло нам вообще. Смотри. Ого, он еще пол проломил там. Вот это заваруха, а, еще два этих прибежали огромных существа. Ты цел? Мы вообще на самом верху. А, деревня горит, нифига себе. Кто-то подпалил. Может, Шефер это? Кто-то, короче, спалил деревню. Слава богу. О, Нейт. Что случилось? Это Лазаревич. Нас нашли. Помогла. Я не знаю, я не знаю. Она была у Шефера. Мо, Шефер, Ям, Тудук. Шефер. Они пошли в ту сторону. О, Нейт, это все наша вина. Это из-за нас. Подожди здесь. Стереги детей. Идем. Ничего, ничего не будет. В осаде. Будем сидеть в осаде в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будьте со мной. Все, всем счастливо, всем пока.